Добрый день. С вами сегодня Ищенко Валерия Ивановна. И Виктор Коробкин на канале «Родные люди». А мы сегодня вам покажем фильм «Сейчас пришла весна». Девочки наши любят цветы. И, конечно, мы сегодня вам покажем, как надо делать тюльпанчики. Правильно? Такие цветочки-тюльпанчики. Они всегда самые такие первые, яркие. Мы сегодня покажем. Вот мы нарезали такие квадратики с листочков, подготовили листочки, чтобы уже не за ваше время. Мы в предыдущих фильмах показывали, как лягушонка делает квадратик. Вот сделали квадратики. Тюльпанчики можно делать разных размеров. Мы сделали вот такие квадратики, с них будем сегодня делать тюльпанчики. Тебе квадратик, мне квадратик. И начинаем делать. Мы вот один раз согнули поперек от угла до угла, а теперь в противоположную сторону сгибаем. Вот так. И обязательно плотненько здесь прижимаем. Теперь опять ложим сверху и берем за краешки. Не так, вот за вот эти краешки, вот за вот эти краешки. За краешки бери, потом будешь передвигаться лярочкой. Вот лучше взять за краешки, смотри. Вот здесь вот бери, вот, во. Вот, взяла. Вот край, вот здесь край бери. Во, и перебирайся туда. Вот молодец. Вот взяли, до серединки дошли и сложили. Положили и обязательно ручкой придавили как следует. Вот. Теперь берем, придавила Валерия? Да. Пошли дальше. Вот уголок поднимаем и заворачиваем. Ровненько, чтобы у нас был уголочек. И прижимаем. Второй также. И прижимаем. Вот. Теперь переворачиваем. И делаем точно так с этой стороны. Прижали. И прижали. Получилось все? Теперь мы берем, разворачиваем. Прячем эти наши вот эти штучки. Мы их вот тут берем, отворачиваем вот так. И заворачиваем, ну вот. И у нас получается, ни здесь не торчит ничего, ни здесь ничего не торчит. Видите? Вот так, правильно. Прижать как следует надо. Придавить, чтобы оно у нас плотненько было. Так, теперь смотрим. Вот у нас есть здесь вот такой конец. С той стороны. Ты бери, да, значит, ты бери вот так, как девушка берет, вот так. Нашла? Да. Вот есть у нас такой конец, видите? Вот мы его берем вот так и сюда ложим. Сверху вниз. Не так. Вот смотри. Вот этот конец берешь и вот так вот ложишь. Вот. То есть ровненько, ровненько должен быть. Стоп, бери пальчик. Вот, чтобы оно с по линии сходило. Понятно. Вот. Вот мы берем. Верочка, чуть-чуть на серединку заходи. Вот смотри. Лера, вот чуть-чуть надо переходить на серединку. Чуть-чуть. О. Надо обязательно дальше серединки загибать. Дальше серединки. Не ровно посерединке. А видите как? Вот у нас идет вот здесь серединка, а мы перегнули ее на серединку больше. Так же самое делаем и здесь. Перегибаем больше. Тоже на половинку серединки. Вот, видите? Один на один сверху ложим. Сделала? Так, нет, чуть-чуть угол надо больше выровнять. Вот так, смотри. О. Вот так. Во. Вот так. Видишь, у нас тут сходится. И тут как бы у нас получается один на один заходит. Видишь? Вот как у дедушки, видишь? Да. Точно получается. Так же самое делаем с другой стороны. Перегибаем здесь серединку.
Здесь не доходит у нас до конца. И здесь перегибаем серединку. Так. Вот так. Даже можно его. Вот, не доходит. Видите, у нас тут сердечко. И вот у Лерочки получилось, тут тоже не дошло. Молодец, Лерочка. Тебя хорошо прижимаем. Теперь вот эти наши уголки, которые мы отогнули, надо положить друг в друга. Один в другой засунуть. Открыть. И вот так положить. Видите, как? Конвертиком. Получается у тебя. Не торопись. Не торопись. Неправильно. Неправильно. Не торопись. Не надо торопиться. Мы смотрим, где у нас удобно. Удобно нам вот этот маленький положить большой. Надо же маленький большой, небольшой маленький ложить. Вот разворачиваем чуть-чуть. О, конвертик разворачиваем. Теперь маленький совываем большой. О, вот теперь правильно. И придавить, поняла? Прижать как следует. И вот у нас Лерочка получились правильно, мы сунули конвертик. Да. Теперь второй переворачиваем и второй всовываем. Маленький и большой всовываем. Какой ты будешь всовывать? Покажи. Okay. Вот этот надо всовывать, теперь в этот. Или нет? Правильно ты делаешь, правильно. Вот этот тот, правильно, он большой. Маленькие, ты быстро мне сделать, я еще. О, сделала? Да. Ложим и прижимаем. Прижали. Теперь мы раскрываем, вот так переворачиваем. Переверни его вверх ногами. Вот так переворачиваем. Переворачиваем. И у нас здесь есть отверстие. Вот оно отверстие, вот здесь. Его надо подуть. О. Мы подули, у нас получился бутончик. Теперь мы делаем лепесточки, заворачиваем на этом тюльпанчике. Вниз так аккуратненько берем и так вот заворачиваем каждый листочек. Вот вниз берем и заворачиваем каждый листочек. Вниз берем и заворачиваем каждый листочек. Никакого клея не надо, никаких степлеров, все аккуратненько, торопиться не надо. Вот покажи, Лерочка, какой у тебя получился тюльпанчик. Вот у дедушки такой, у него покажи такой. Теперь нам надо сделать палочки. Ну, мы предварительно с Валерией Ивановной подготовились, и у нас такая накрученная из картонина палочка. Вот мы сейчас ее, дай ножнички, ее дедушка отрежет. Отрежем палочку одну, и у нас получается стебель для тюльпана. Мы его сейчас на Лерочка сама поставишь, и дедушка тут тоже возьмет одну, поставит. Уже подготовили мы, друзья. Мы накрутили с бумаги, и у нас получилось вот так. Видишь? Помочь тебе? Давай помогу. Надуй его больше. Ух ты, аж раскрылся. Аж раскрылся, да? О, вставляй теперь. Теперь каждый из нас возьмет краски и разрисует свой тюльпанчик. Правильно? Ты будешь каким рисовать цветом? Я буду синим. Не, ну синих тюльпанов не бывает. И будет желтый или красный? Я красный. Красный ты будешь. Я, значит, буду желтый туда. Мы берем краски. У нас тут есть желтый и красный. Вот сейчас положим краски и разрисуем. У нас есть акриловые краски. У нас есть водичка. Сейчас мы немножко нальем красный. Краски. Аккуратно, Лерочка, подожди, не торопись. Смотри, что ты делаешь. Аккуратно надо делать. Дети, надо все делать очень аккуратно, не торопиться. Валерия Ивановна хочет помочь дедушке. Спешит, не происходит.
хватит, с водичкой размешаешь, не хватит, мы потом дольем. Доложим, да? Да. Закручиваем. Так, так ты рисуешь уже желтым тогда, а я красным, раз ты уже желтый. Mm-hmm. Желтый, да? Решили или как? Или ты будешь красный, а я желтый? Я желтый. Ты желтый будешь? Нет, красный. Ну тогда нам тебе кисточку с красной, а мне кисточку с желтой. Все, друзья, теперь рисуем. Посмотрим, что у нас получится. Я рисую желтый, Лера рисует с красным. А ты кому будешь дарить цветочки? Я бабушке. Ну, я любимой своей супруге, конечно, жене своей буду дарить. Твоей бабушке, моей жене. Нет, ну все-таки я буду маме дарить. Маме будешь дарить? Ну правильно. Один будет цельпанчик. А бабе я буду там сделала. А, ты там сделал? Ну хорошо. А я подарю бабушке. У меня нет цельпанчика. У мамы появится цельпанчик, и бабушке будет. Цельпанчик делать несложно, друзья мои. Стоит он долго. Мы сейчас в следующем фильме сделаем вазу, покажем вам, как делается простая вазочка для таких цветов, чтобы вы могли сделать несложную вазу, где будут стоять ваши поделки, ваши цветы. Все будет своими руками. И цветы, и ваза, которую вы можете сделать сами, которые будут эти цветы. Вот мы закрашиваем это все красочкой. А, ну вот мы закончили свои тюльпанчики, вырезали еще с бумаги листики, покрасили их, приклеили на наши стебли. И у нас получились два таких чудесных тюльпана. Красный и желтый. Правда, Валерочка? Да. Вот, друзья, каждый из вас может приготовить, сделать такой тюльпанчик. И, ну, держи два тюльпанчика. И у вас будут, будет букетик из цветов. Можете сделать три красных, три желтых, любые, какие вам нравятся. Тюльпанчики делать несложно, но получается очень красиво. Ну, а теперь мы постараемся сделать вазочку для тюльпанов. И покажем вам уже в следующем фильме. У нас есть еще аппликация, которую вот Лерочка... Я в школе сделала. Вот покажи всем, что ты сделала в школе. Вот такая аппликация еще с тюльпанчиками Валерочка сделала. Могут быть такие тюльпанчики, могут быть такие. Очень красиво. Ну, а в следующем фильме мы покажем, как мы делаем... Вазочку. Вазочку для тюльпанчиков. С вами сегодня были... Ильченко Валерий и... Виктор Коробкин. До скорой встречи!